Пожар в офисном здании, нулевая видимость и пострадавшие в подвале. По такому сценарию сегодня соревновались газодымозащитники противопожарной службы республики. Группа получает сигнал «Мэйдэй» – международный сигнал бедствия, аналог сигнала СОС в радиотелеграфной связи. По легенде, пожарных, которые тушили возгорание в подвале, отрезало огнем от выхода. Самостоятельно выбраться они не могут. Им на подмогу отправляется звено газодымозащитников. Как и в реальной ситуации, видимость практически нулевая. Маски участников заклеены светонепроницаемой пленкой на уровне глаз. К тому моменту, как звено добирается до пострадавших, один из них уже не в состоянии передвигаться сам. Спустя несколько минут команде 41-й части поселка Кугеси удается доставить всех на воздух. Задание считается выполненным. Самое сложное – ориентироваться вслепую, в незнакомом помещении, планировку никогда не знаешь. Еще один сценарий. Пожар в офисном здании. Его имитирует этот лабиринт. По легенде, один из членов звена дым и газозащитников попал под обрушение и потерял сознание. Еще один дезориентирован. Команда второй пожароспасательной части города Чебоксары выходит из лабиринта буквально за несколько минут до окончания отведенного времени. Если не идет дальше, да. Сложнее дышать в этом приборе? Нет, дело привычки. Выбранные этапы, максимально приближенные к реальным условиям. Самые сложные, одни из самых сложных действий личного состава, тушением непригодной для дыхания среде. Это подвальные помещения в условиях взрыва, завала, где личному составу приходится действовать в сложной обстановке. Последний этап – оказание первой помощи при ожогах, переломах, травмах от инородных тел после взрыва. В этом году на уровне республики участвовали 20 команд. Победители представят Чувашию на соревнованиях Приволжского федерального округа. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика.